Сейчас я покажу, как заменить свою реферальную ссылку на Комфорт в Вальт-клубе. Заходим в свой кабинет в Вальт-клубе, нажимаем на портфель, выбираем вкладочку «Профиль», прокручиваем страничку вниз до ссылки на Комфорт. Здесь у меня уже подставлено, но я вам покажу. Ее удаляем и вставляем полностью, чтобы проще понять, полностью вставляем ссылку, хотя нам нужен только хвостик. И удаляем одинаковые части, которые здесь уже указаны. Остается только правильная ссылочка в Комфорте. То есть мы заменили ссылку на регистрацию в Комфорте из МВЭБ-24 на вашу реферальную ссылку из кабинета Комфорта. Затем прокручиваем страницу вниз до кнопочки «Сохранить изменения». Нажимаем на нее. Теперь данные у нас успешно сохранены. Удачи вам и успешной работы!